Медитация для ускоренного выздоровления. По традиции сейчас нужно вам найти место, где никто не потревожит в течение 15 минут. Данную медитацию рекомендую делать лежа. Закройте глаза, приляжьте удобно, и мы начинаем. Обратным счетом я сейчас помогу вам успокоить ваши мысли и расслабиться. Прямо сейчас сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Начинайте постепенно расслаблять свое лицо. 20, 19, 18. Сейчас расслабляйте шею. 17. Плечи. 16. Руки расслабляйте. Расслабляйте полностью голову. 15. Глазные веки расслабляйте. Дышите спокойно и равномерно. 14. Расслабляйте спину. 13. Расслабляйте пальцы рук. 12. Расслабляйте поясницу, ягодицы. 11. Расслабляйте ноги. 10, 9, 8. Расслабляйте полностью все свое тело. 7, 6, 5. Сейчас все тело отяжелело, буквально как камень. И это нормальное состояние. 4, 3, 2, 1. Прямо сейчас представьте над головой светящийся зеленый шар, который излучает поток энергии. Сейчас мы этот шар постепенно начнем опускать к макушке, а затем ниже во все тело, и выйти он должен будет через ноги в землю. Но, несмотря на простоту, данная визуализация потока может оказаться немного непростой. И вы заметите, как поток может замедляться в области горла, легких, носа, грудной клетки, или увидите темные какие-то пятна, куда энергия не может попасть.
В этом случае нужно будет концентрировать большее внимание на проблемных местах и усилить данный поток, пока он не заполнит пространство полностью. Итак, мы начинаем. Зеленый шар вы явно уже ощущаете над своей головой. Этот зеленый шар излучает поток энергии, здоровой, очищенной, светлой, наполненной силами и жизненной энергией шар начинает постепенно опускаться к вашей макушке. Вы это ощущаете. Он продвигается сейчас ниже и наполняет собой голову изнутри. Поток медленно проникает дальше, в горло, в грудь, и он заполняет все тело изнутри, обволакивает его также и снаружи. А сейчас вы под мелодию самостоятельно проведете этот поток по всему телу, полностью пройдете от макушки до ступней. И если вы где-то заметите в области горла, легких, еще где-то темные пятна, или энергия как бы не может куда-то попасть, то силой воли, силой мысли, силой визуализации вы все равно усиливаете поток в эти проблемные места и заполните их все равно. Работайте. Thank you.
Итак, мы зачистили все пятна в своем теле. Мы почувствовали, что энергия течет свободно сверху вниз. А цвет потока чистый и уже теперь незамутненный. А теперь представьте, что весь поток уходит в землю. Посидите в потоке чистой, светлой энергии несколько минут. Но при этом представляйте, как он вымывает болезнь из вашего тела. Через мгновение я сосчитаю от 1 до 5. На счет 5 вы откроете глаза и будете чувствовать себя бодро и хорошо, а самочувствие будет лучше, чем прежде. 1, 2, 3. Когда вы откроете глаза на счет 5, вы будете совершенно бодры и будете чувствовать себя прекрасно. 4. 5. Вы открыли глаза и чувствуете себя бодро, хорошо, а самочувствие просто великолепное. А с вами была Юлия Жукова.